Добрый день! Сегодня хочу рассказать вам о номере в отеле Pantaea Village. С этого года его переименовали в TUI Fun and Sun and Water Park. Мы взяли номер для семьи из 4 человек, двое взрослых и двое детей. Вот он такой большой, разделенный перегородочкой. И давайте посмотрим, что же здесь есть. Значит, при входе здесь у нас санузел находится, лампочки светодиодные, сделан ремонт с этого года, то есть здесь все свежее, сантехника новая, есть горячая вода с хорошим напором, дают в комплекте гель для душа, шампунь, кондиционер, все стандартно, и еще такая вот помпочка есть. Иногда засоряется раковина. Ванная поменяли на душевые кабины. Душ только такой верхний, нижнего крана здесь нету. Ну, естественно, есть держатель для душа. Что неудобно, крючки отвалились сразу же. То есть некуда положить принадлежности для купания. Вот. Так как ремонт свежий, каких-то особых там заплесневелых вещей нету. Все делано таким хорошим, крупным, типа мрамором, точнее, конечно же, это плитка кафельная, керамогранит, скорее всего. Вот. Здесь есть защелка, так что можно в случае чего закрыться. Полотенца выдаются и меняются по запросу, в том числе можно менять, но каждый день их вроде бы меняют. Вот. Ну, здесь вот небольшой крючочек есть, вытяжка, но что-то я не понял, по-моему, она не работает. Ёршик, то есть здесь стандартный набор новой сантехники. Ничего такого особенного здесь нет. А дальше, значит, у нас есть замок, который открывается по карточке. Новая, естественно, здесь вся электрика. Мы не брали в этот раз, но можно пытаться взять вторую карточку, чтобы, уходя из номера, оставлять включенным кондиционер. Значит, что у нас здесь? Вместительные шкафы есть, хотя уже немножечко вот шатаются. Штанга для предметов, можно поставить обувь, чемоданы спрятать. Вот. Здесь у нас тоже есть такой вот шкафчик. Есть сейф бесплатный, он изначально открыт, соответственно, можно по инструкции им пользоваться. Здесь у нас есть холодильник. На ночь мы его отключаем, такой, как он немножко шумит. Есть набор для чая, он пополняется. Все это включено в стоимость. Напитки сладкие, газированные, и воду еще меняют, ежедневно пополняют. Газированные напитки только один раз при заселении. И они бесплатно включены в стоимость. Вот здесь вот можно отключить холодильник. Обращаю внимание, что розетки здесь евро-стандарт, такой, точнее, скажем так, английский стандарт, вот, необычной формы, поэтому купите либо в России, например, на каком-нибудь Алиэкспрессе переходник за примерно рублей меньше, чем за 100 рублей, либо здесь можете купить также в любом супермаркете. Есть фен, такой немножко маломощный, какой-то странный, он как-то дует. Вот. Зеркало, почему-то только один стул в номере. Плитка, слава богу, здесь достаточно шершавая. Что меня порадовало, это новый кондиционер. Всегда при заезде в номер я прочищаю фильтры. Тут они, естественно, вот год он стоит, кондиционер, причем он инверторный, современный, тихий. То есть он очень точно поддерживает температуру заданную. Вот эти индикаторы тоже можно где-то включать. Естественно, все это китайское, но тем не менее достаточно качественное. Вот, ну, здесь уже немножечко плесенью покрылся. Вот, так что рекомендую в этом отеле, это за все мои годы поездки в отеле, самый свежий ремонт и самый свежий кондиционер, всего лишь годик ему. Вот, естественно, все здесь свет можно отключать. Есть, что самое удивительное, два телевизора в номере, современные, со всеми необходимыми входами,
DVI, USB. Вот здесь кто-то сломал розетку, чтобы можно было отключать. Ой, господи, чуть ток меня не ударило. Вот здесь вот можно отключать на ночь, например, если вам неохота вытаскивать что-либо из розетки. Регулируется, то есть можно направлять, очень удобно. Все в цифровом качестве. Есть пяток российских каналов, как минимум, а может быть там всех 10. Значит, что у нас здесь по спальным местам есть? Ну, нигде я не видел еще, к сожалению, двойной кровати. Всегда это с две кровати, поставленные рядом. Жесткие матрасы. Белье меняют часто, по-моему, чуть ли не ежедневно. Мы особо не заморачивались. То есть здесь все качественно. Вот, все вроде чистые матрасы. Вот, ничего такого здесь плохого мы не обнаружили, то есть более-менее все такое свежее, аккуратно меняют. Каждый день уборка в номере осуществляется, подметают, ну, кроме единственного воскресенья, потому что воскресенье уборщиц выходной. Значит, еще раз обращаю внимание, такие вот розеточки, которые нужны, переходники. Никаких люстр, как и везде, в номерах нету. Есть только датчик пожарной безопасности. Подушки холофайберные. Вот есть разные толщины, есть потоньше, есть потолще. У нас почему-то 5 подушек на 4 кровати было. Что мне не понравилось, бился головой. Вот это не ДСП, это тоже вот этот керамогранит. Очень удобно, всем рекомендую брать с собой какой-нибудь там тройничок небольшой, чтобы все многочисленные гаджеты к нему подключать. Вот, и заряжать. Здесь такие дверки, которые можно открывать, закрывать. Вот, то есть можно немножко уединиться. Есть телефон, которым мы не пользовались. И самое главное достоинство этого номера, этого отеля, это крайне быстрый интернет. Скорость там буквально 30-50 мегабит в секунду. То есть это что-то фантастическое. Раньше я такого не встречал. Вот второй точно такой же телевизор. Есть небольшой столик. У этих диванов есть также подушки, на которые можно облокотиться спиной. Есть, естественно, пододеяльников нет, есть простыни, и мы накрываемся одеялами, чтобы не продуло кондиционером. Но он регулируется и по скорости, то есть абсолютно качественный кондиционер. Здесь можно включать освещение в разных местах. Вот. Немножечко дискомфорт может доставлять шум, который доносится. Вот, например, мы здесь находимся, и здесь проходят днем какие-то развлекательные мероприятия, анимация. Вот, поэтому доставляет нам это дискомфорт. Значит, здесь есть сушилка для белья, которой мы пользуемся. Давайте выйдем, посмотрим. Вот она. Стульчики. Три стульчика пластмассовых и столик, на котором мы сушим белье. Это на первом этаже. На втором этаже, соответственно, над нами. Это двухэтажные такие вот домики, есть стеклянная такая штучка, которая, чтобы вы не упали. Вот, и вполне уютно можно вечерком здесь посидеть. Ну, естественно, собственного бассейна не предполагается. Лампочки все, опять же, светодиодные. Есть тапочки, есть халаты, как я уже показывал, есть полотенца. Вот, раньше эти были так называемые студии с какими-то кухнями. И в этом году, как я уже говорил, здесь сделали замечательный ремонт. Вот. Ну, простой, без изысков, вот, который легко обновлять. Если вас беспокоит яркий свет, то, естественно, есть штора темная, и вы можете зашториться. Вот. И есть такая тонкая штора, чтобы вас с улицы не было видно. Вот. Какие еще могут быть вопросы к номерам? Вот, соответственно, здесь можно тоже закрывать, чтобы никто к вам не вошел. Вот, пожалуй, это все самые важные вопросы, которые могут возникать о номере. Вот, если что-то я забыл, то пишите в комментариях и смотрите видео о других частях отеля. Спасибо большое за внимание. Да, там, кстати, есть еще чайничек, да, я не показал, есть чайничек, который входит в комплект, и можно что-либо тут вскипятить, там есть и кружечки, вот, а утюжок
выдается отдельно, по тоже, по-моему, бесплатно по запросу, но его нужно возвращать. И есть платные сервисы стирки. За $3 можно стирать своим порошком. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Пишите вопросы в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за внимание.